Уттанасана. Наклон в стоячей позе. Поставьте ноги слегка шире, чем на уровне ягодиц. Параллельно поставив ступни, вытяните большие пальцы ног и отведите пятки назад. Поместите руки на бедра. С вдохом нажмите на пятки и растяните спину и грудь равномерно. Затем с выдохом согнитесь вперед от бедер. Прикоснитесь к полу пальцами. Если вы не можете коснуться пальцами пола, слегка согните колени. Нажмите пятками на пол и поднимите бедра и ягодицы вверх, чтобы расправить ноги. Если вы по-прежнему не можете прикоснуться к полу, положите руки на опору. Поверните верхние части бедер внутрь, разведя ягодицы и подняв их. Растяните переднюю часть торса и опустите вниз. Продолжайте нажимать пятками, слегка подайте таз вперед, чтобы он ровно висел над вашими лодыжками. Растягивайте мышцы от ягодиц до пяток, поднимая коленные чашечки вверх к бедрам. Нажимая внутренней частью стоп, поднимите внутренние лодыжки и поднимите внутреннюю часть бедер вверх. Зафиксировав позу, отведите лопатки назад и вытяните предплечья по стопам и вниз. Тяните ребра вниз от ягодиц до подмышек. Расслабьте живот и дышите ровно. Расслабьте голову и позвольте голове повиснуть. Поместите руки на бедра. На вдохе поднимитесь.